Малый Талдыколь в июле 2022 года выглядит очень печально. Посмотрите на эту картину. Это все, что осталось от Малого Талдыколя. Суд постановил, что закопанные фрагменты, которые мы видим сейчас, допустим, слева в нижнем экране, они также будут стоять на месте, оставят все как есть. То есть дома здесь дальше будут строить, но дальнейшую засыпку Малого Талдыколя остановили. Некоторые предполагают, что засыпка Малого Талдыколя была ошибочна, и все это в дальнейшем покажет себя с не очень хорошей стороны. То есть природа сделает свой баланс, и мы это увидим в ближайшем будущем. Каким будет будущее Малого Талдыколя и как оно проявится в дальнейшем, в целом в городе, потому что некоторые эксперты поговаривают, что Малый Талдыколь — это система озер. Посмотрим, как это все отразится в будущем. А пока напишите в комментариях ваше мнение про засыпку Малого Талдыколя и что вы думаете про вот эту картину, которую я вам сейчас показываю с высоты птичьего полета.